Удобное расположение, просторное помещение и современная техника. Теперь в Новоивановской библиотеке на улице Агрохимиков 15А можно не только почитать книги, но и стать участником интересных познавательных мероприятий, посмотреть фильмы. На данный момент она входит в состав культурно-досугового центра «Гармония». Новое учреждение посетили активисты партии «Единая Россия». У нас нет второго этажа, пенсионерам удобно ходить, инвалиды до нас вообще не могли добраться, здесь вся доступная среда, пожалуйста, территория чистится, все нормально. У нас там свой домофон отдельно выведен, вызывная панель видео, мы видим каждого, кто входит, вот она на рабочем месте. Библиотека стала культурным центром для местных жителей всех возрастов и творческих людей. Свои занятия здесь проводит и кружок поэтов «Новоивановская муза». Это современное помещение в новом здании, территория охраняется, то есть доступ, естественно, каких-то там несанкционированных лиц запрещен. И с другой стороны, удобно посещать жителям, потому что территория находится в центре поселка, дошли, всегда охрана откроет. Помимо культурного досуга, в рабочем поселке Новоивановское большое внимание уделяют и содержанию территорий. Детские площадки, дворы и соцучреждения – именно те места, где снег убирают в первую очередь. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».